I would say that he's a very ironic artist, so maybe that sounds strange when we're talking about an expressionist. Одновременно таком намеренном, таком ненамеренном пафосе и детальности его цветов можно увидеть иронию. But it seems to me that you can see a kind of irony in the use of color, the sentimental use of color. Сюжеты его работы в основном пейзажи. Они называются, допустим, атмосферные явления. Sometimes they're called atmospheric phenomena. Жизнь растений. Life among flora. Вадим Овчинников — поклонник экзотических культур. And Vladimir Ovchinnikov is a Его не значит. Это просто такое «I love California». Это значит, с одной стороны, несколько циническое отношение к жизни, к искусству и к коммерции, а с другой стороны, это единственная пространственная историко-культурная ситуация, которую мы могли соединить с чисто коммерческими целями этой выставки.